Папа Римский в рамках апостольского визита путешествует по Южной Америке. Ранее понтифик завершил визит в Чили, где во время торжественной процессии по улицам Икики остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейской. Нарушив протокол, Папа Римский вышел из машины и поспешил на помощь офицеру. А во время перелета в Перу произошло еще одно незапланированное, но приятное событие. Понтифик обвенчал пару бортпроводников прямо в самолете.